Татьяна Доронина. Я спросил сегодня у Менялы, что дает за полтумана по рублю. Как сказать мне для прекрасной Лалы по-персидски нежное «люблю»? И ответил мне Меняла кратко: о любви в словах не говорят, о любви вздыхают лишь украдкой, да глаза, как яхонты, горят. Поцелуй названья не имеет, поцелуй не надпись на гробах. Красной розой поцелуи веют, лепестками тая на губах. От любви не требуют поруки, с нею знают радость и беду. Ты моя, сказать лишь могут руки, что срывали черную чадору. Никогда я не был на Босфоре, ты меня не спрашивай о нем. Я в твоих глазах увидел море, пылающее огнем. Не ходил в Багдад я с караваном, не возил я шелк туда и хну. Наклонись твоим красивым станом, на колени дай мне отдохнуть. Я сюда приехал не от скуки, ты меня незримая звала, и меня твои лебяжьи руки обвивали словно два крыла. Я давно ищу в судьбе покоя, и хоть прошлой жизни не кляну, расскажи мне что-нибудь такое про твою веселую страну. Заглуши в душе тоску тальянки, напои дыханием свежих чад, чтобы я о дальней северянке не вздыхал, не думал, не скучал. И хотя я не был на Босфоре, я тебе придумаю о нем. Все равно глаза твои, как море, голубым колышутся огнем. Голубым.